Добрый день! Сегодня обзор лодки Риф Тритон 360. Это упаковка. В этой сумке лодка. Сама, значит, шкура у нас. Размерчик ее сейчас скажу. Значит, у нас 1,15 на 60. Высота 40. Тут банки весла. Тут размер стандартный, где-то метр. Так, сейчас чистый вес шкуры на весы. У нас на весах лодка Риф Тритон 360 без фальшборта, вес ее 40 килограмм. Ну, добавим банки с веслами, получится, ну, около 50. Есть. Сейчас будем качать. Накачаю лодку Тритон 360. Значит, что мы имеем? У нас цвет лес, вот такой вот защитный цвет. Скомбинировали с черным, дно черное, низ черный. Тритон 360 без фальшборта. Выполнен в таком свете. Смотрим транец. Мерим 40 под ногу эску, стандартную ногу. Толщина 2,7. Высота посадки смотрим. 34 сантиметра. Вот 34 сантиметра. Кокпит внутренний 80. До носа и до транса у нас составляет, смотрим, ну здесь 2,56. Я вот ушел немножко под баллон. 2,56, вот смотрим, ну где-то так есть. Дальше идем. Баллоны 50-е. Здесь идет леер, весла, ручки с двух сторон. Аварийный клапан на донышке. Здесь такие колечки вот приклеены с двух сторон. Там две фиксировать груз, может быть бак. Дальше смотрим. Стоят две ручки уже приклеены с завода. Такая ручка. Так. Сейчас перевернем донышко, посмотрим. Дно тримаранного типа, имеет три киля, два ярко выраженных вот таких, один посередине. Кили у нас забронированы вот такой лентой на всю длину. Пластиковый интерцептор делает Тритон, крыло чайки здесь. Есть деревянный транец, здесь броня в начале задней части баллона, ну и броня вот здесь вот, на переднем киле. Вот эти ручки. Итак, лодку отправляем в Ленинск-Кузнецк. Значит, к лодочке у нас идут накладки мягкие в цвете лес. Две накладки, одна с сумкой, вот такой вот органайзер. Это у нас здесь для аккумулятора. Тут пластик, можно установить эхолот, удочку, там еще что-то. Значит, дальше сумка, герметичная сумка, тоже в цвете лес. Заказчик такой заказал, изготовили. Изготовили носовой тент, цвет вот такой камыш. Это ткань Оксфорд, непромокаемая ткань. Она вот за привал цепляется крючками. И у тента основание алюминиевая трубка изогнутая. Да? На конце трубки вот соединение болтовое с такой лепешкой. То есть это все отверткой откручивается, прикручивается. Это приклеим мы сейчас, естественно, установим. Это остекление номер 3. Сбоку прозрачные вот такие вставки до баллонов. Вот такой носовой тент изготовим. Изготовили, установили. Так, что еще у нас был? У нас сейчас будем ставить рым якорный. Лодка вот такого цвета. Спиннинг-держатель. Рым будем ставить. Два вида рыма у нас есть. Вот такой маленький с роликом. Вот такой большой. Это будем ставить в носовую часть. То есть рым у нас здесь прячется. Вот сюда уйдет. Ролик будет вот здесь стоять.
Вот таким образом, то есть закрывает, ничего не мешает. Рым установим. Также к лодке у нас будет мотор. Моторы у нас есть Микацу, Ямаха. То есть мотор тоже можем подобрать к лодке. Транспортировочный тент будет еще. Можете цвет лодки выбрать самостоятельно. У нас есть вот такие комбинации. Есть такой вот американский ОМОН с черным, да, допустим, можно сделать. Можно сделать пиксель с черным. Можно сделать пиксель с серым. Значит, также сине-серый можно сделать. Вот синий-светлый, темно-синий, светло-серый, темно-серый. То есть вариантов много, красный. Вы можете цвет лодки самостоятельно себе подобрать. И мы вам изготовим вот такие цвета, комбинации на ваше усмотрение, на ваш вкус. Смотрите, выбирайте, пишите, лодку сделаем под заказ любого цвета в течение месяца-полтора. Небольшая экскурсия в лодке. Лодка 3,63 тонн, 3 киля снизу. В чем особенности 3 килей? То есть лодка не болтается. Также она себя устойчиво ведет на воде. То есть никакой... Это не килевое дно, это 3 киля. То есть она устойчивая. Можно даже сесть на баллоны, она в воде не перевернется. У нее очень хорошая устойчивость. Размер 3,60, в принципе, он рассчитан где-то у нас 4+1. Ну вот, допустим, я сел сюда. Здесь еще может сесть человек. Кто-то может сесть на баллон. Третий у нас управляет. 4 человека вполне, даже если сесть заходить, мне кажется, можно пятером сесть. Если сумку убрать отсюда, то сюда может кто-то сесть, допустим, вот в эту часть носовую. Вот здесь и сумку убрать, сюда еще человек сядет, да? Допустим, как куфик можно использовать эту сумку. Сесть на нее, сюда двое. То есть лодка вместительная. Кокпит здесь у нее хороший, большой. Ну, чем она хороша, что она вот она устойчива. Вот такой размер 3,60. Мотор можно поставить пятнашку. Тут она вообще рассчитана до 20 лошадиных сил. У нас будет стоять мотор Микасы 20. Вот настолько она вместительна. Здесь есть ручки для тех, кто сидит в носовой части. 4 ручки, удобно. Носовой тент защищает. Вот такая экскурсия, небольшая лодки. В сумке удобно все. Так что смотрите. Отправляем лодки, значит, транспортными компаниями по всей России, комплектуем, подбираем накладки в цвет, сумки, носовые тенты, тенты комби делаем, коврик Эва будет, вот коврики есть все в наличии всегда практически, там черного цвета коврик Эва, коричневого, как вы захотите, такой мы вам изготовим, в размер постелим, установим, то есть это покажем. Так что, если заинтересовались покупкой лодки и аксессуаров к ней, пишите, звоните. Мы в Санкт-Петербурге. Меня зовут Олег Кудрик. Вот наши номера телефонов. Работаем по всей России. Делаем выгодные предложения. Всем пока!